Приходишь ты, главное, такой с работы, уставший, голодный, решил такой поиграть в Red Dead Online. Заходишь с друзьями, перевести телегу, и тут хоп, вас кто-то грохнул. Настроение ни к черту. В этом видеоролике мы с вами поговорим о том, как создать одиночную, пустую сессию в Red Dead Online. Всем привет, с вами Готика, с вами Сократ, погнали! Если вы помните, то в GTA Online была такая функция, то есть мы вытаскивали провод из роутера, через диспетчер задач делали, снять приоритет задачи, поставить, возобновить процесс, и мы в конечном итоге оказывались в одиночной сессии. В Red Dead Online эти функции не работают, благо есть другой способ. Как вы видите, сейчас я нахожусь в полной сессии, в своем лагере, и мы сейчас сделаем так, чтобы я остался один в сессии рядом со своим лагерем, ну или с местом, где вы в последний раз находились. Для этого мы нажимаем L, заходим в параметры сетевой игры, после чего мы выбираем социальная игра и нажимаем выключить. Это для того, чтобы мы не подключались к сессиям, где вы находятся друзья и члены банды. После чего нам надо с вами нажать изменить внешность. Согласиться с этим пунктом, начнется загрузка меню, где мы меняем внешность, там мы ничего не меняем, нажимаем Escape, и мы с вами, о чудо, оказываемся в абсолютно пустой сессии. Одни, и еще и рядом с тем местом. В натуре четко. Рабочий способ. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Обязательно, для чего мы это все делаем? В первую очередь для того, чтобы перевозить безопасно телегию. Ваши друзья быстро заходят к вам, но помните, как только сессия начнет наполняться друзьями, игроками, в принципе, чем больше в ней народу набирается, тем быстрее она становится массовой. То есть, когда вы один, к вам будет очень редко подключаться. Когда вас 7 человек, к вам будет чаще подключаться. Но у вас будет фора в тот момент, когда начнется телега. То есть, вы уже везете ее, уже полпути провезли, другие игроки только начнут заходить, увидят значок на карте, что там кто-то есть, скажут, вот тут телега, погнали, соберемся. Они там пока в Дискорде собираются, вы уже фактически все привезли. Собственно, рабочий профитный метод избегания гриферов, так сказать, мы испытали на нем, и количество моментов, когда на нас нападают, снижается к минимуму. Ну и подвести итог, хотелось бы сказать, ребята, пожалуйста, ставьте лайки этому видео, потому что это поднимает его в тренды. Рабочий метод требует максимального охвата. Заходите к нам в Discord, мы всегда помогаем новичкам, огромное количество перевозок тележек в день. Самые свежие новости стараюсь выкладывать для вас каждый день фактически. Завтра, соответственно, у нас новости. Куча полезной информации скоро будет на этом канале, не пропустите. С вами была Готика, Сократ, все ссылки в описании.